Ya kötü bir şey yok. Yemez, o çocuklar yemez. Ama yiyorlar. Analarına çekmiş. Verme. Sen koyarsan meydana. Böyle Ben her şey meydana koyuyorum ama benim çocuklarım seni yokken almıyorlar. Ben varken Ha? koymayacağım meydana sonra. Aa Sen yok varken ya. alıyorum. Ne yapayım? Da şurada. Tamamina. Tamamina. Dети не кушают. Дети не кушают. Вон, смотри, папа орешки вам ломает вкусные. Да, молодец, мамина. Нет, нет, нет. Это дети не кушают. Это папа ваш виноват. Дал вам. Точнее, разрешил взять. Где крышка от нее, Аслан? Где крышечка? Как нету? Куда выбросил крышечку? Я другое тебе дам. Вкусную конфету дам. Мама сегодня купила вкусную конфету. Где ее крышка? Крышечку найди. А, вот, все нашла. Это... Нет. Это мамина нельзя трогать. Смотри, что... Смотри, что мама сейчас даст. Смотри, что мама даст. Вкусную конфету даст. Вкусную, вкусную. Вот такие вкусные. Вот такие вкусные конфеты ты не кушал. Не... А вот такие печенье. Я твоего папу выгоню из дома, если ты будешь так вести себя. Это что такое? Как папа приезжает? Видали моего кота? Чем занимается? Ну, когда вот так окошко открытое, он выходит туда и сидит там. Там широкий подоконник. Он сидит. А мне Глажка. С трудом забрала эти чипсы. Объяснила, что нельзя их кушать. Он их опять принес, но не кушает вроде. Да, не кушает. Молодец! Вот так! Так! Это вкусно! Орешки вкусные же? Папа почистил орешки. Вкусные! У меня грандиозная Глажка. И стирка. Все, Лео, нагулялся? Свежим воздухом подышал? Потому что ты умничка. Потому что ты умный мальчик. Это не надо кушать. Это не надо кушать, правильно. Можно орешки кушать. Можно орешки кушать, все верно. Жвачки. Жвачку мама же дала вам сегодня? Дала же? Тебе розовую же... Асланчик дал жвачку? Ису не надо. Одну жвачку хватает. Одна жвачка хватает тебе. Иди орешки покушай. Магида? Динозор. Мне важно. Evet. Gel devam olsun. Мама, мне играет папа. Молодцы. Eşek. Eşek kimde var? Eşek kimde var? Молодцы. Eşek kimde var? Давайте bir повернем это. Hani senin eşeğin var kapatmıyorsun. Bak eşeğin var kapatmıyorsun. Kapat. Ослика закрой. Мама болит. Болит? Чему идиотчик? Kedi. Kedi kimde? Baba. Bu da. Başka? Вот. Она оттуда ушла и хочет там покушать. Тут Балина. Балина, Аслан'да пеми 2 тане вар. Зейра'да да вар 1 тане. Капа, Зейра. Ötekinde капа. Балина. Каплан değil. Балина. Каплан да вар. Не şey yapmış? А каплан şimdi nasıl vardı? Vardı. Каплан. Bilmiyorum. Sen bilirsin. Burada var mı kaplan? Hı hı. Kaplan çıkarmamış mıydık? Yok. Al. Tilki. Evet. Ne?
Aa, sen oynamıyorsun. Biz beraber oynuyorduk. Fare. Bunlar çık. Bunlar çıkarıyordu o şeyleri. Fare. Evet, fare. Fare. Mışka есть у аслана. Ne de? Baba. Aa. Aa, bir de. Ver. Bir de. Ay. O büyük. Hadi. Hangisi de var? Bu. Bu. Zehra sen? Baba, baba. Bu. Aa. Hangisi? Hiç gözükmüyor. Hangisi? Bu. Hangisi? Bunda, bunda. Bu yok. Bu ne? Bunu al, bunu al. Sen bunu sakla. Bu ne, bu ne? Bak. Hangisi? Tamam, söyleyeceğim. Sen otur öyle. Sen gel bu tarafa. Zehra, sen de gel bu tarafa. Sen de bu tarafa otur. Gel, sen de bu tarafa otur. Buraya otur, buraya, buraya. Gel. Hadi bakalım. Nerede? Zehra. Hadi bak bak. Hangisi? 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 Bu. 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 Hangisi? Bu. 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 Tamam. Bu aslanım. Senin Zehra. Hayır. Zehra bildi. Aa, yok. Yok. Hadi ver bakalım. Ну все, сейчас будут прыгать на папу. Видаем. Ай, папа. Опа. Ну все время про волка же не бывает, солнышко? Все время же про волка мама не будет читать тебе. Каждую вечер мама тебе про волка, про красную шапочку рассказывает сказку. Опять волк? Давай. Начало найдем? Где у нее начало? Ну, семеро козлят? Давай. Начало найдем. Жила-была коза со своими детками. Как только уйдет в бор искать корм, козлятки запрут за нее избушку, а сами никуда не выходят. Воротится коза, постучится в дверь и запоет. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь. А я коза в бору была, ела траву шелковую, пила воду студеную. Бежит молоко по вымечку, из вымечка в копытечко, из копытечка в сырую землю. Козлятки тут час отопрут дверь и впустят мать. Она покормит их и опять уйдет в бор. А козлятки запрутся крепко-накрепко. Волк это подслушал, вышло время, подошел к избушке и закричал своим толстым голосом. Вы, дедушки, вы, батюшки, отопритесь, отворитесь. Ваша мать пришла, молока принесла, полны копытца воды, водицы. А козлятки отвечают. Слышим, слышим, не матушки голосок. Наша матушка поет тонким голоском и не так причитает. Волк ушел и спрятался. Вот приходит коза и стучится. Ты слушаешь, мама? Там Зехра тоже с папой. Козлятушки, детятушки, отопритесь, отворитесь. А я коза в пору была, ела траву шелковую, пила воду студеную. Бежит молоко по вымечку, из вымечка в копытечко, из копытечка в сырую землю. Козлятки впустили мать и рассказали ей, как волк хотел их съесть. Коза покормила их и строго-настрого запретила. Ни за что не впускайте в двери того, кто проситься будет толстым голосом и не переберет всего, что она им причитывает. Только ушла коза, волк убежал. Кому я читаю? Кому я читаю сказку? Я.
Ты что читаешь, Зайрашка? Собаки ехали, даже собаки тронули. Да, ты папе сказку, про сказку рассказала? Нет. Ты про Колобка рассказала папе сказку? Дикие волки. М? Развлекаем как можем. Периодически они нас развлекают, периодически мы их. Лёшка, если я попить-то не играю. Мне гладить нужно. Как они его любят обнимать. Всем привет! Новый день, новые видео. Сегодня мы с Золовкой и со свекровью приехали в какой-то небольшой торговый центр, я не могу даже сказать. Здесь несколько магазинов, такие большие, и они хотят в Вайкики. А я же разве могу отказаться от Вайкики? Это же мой любимый магазин детской одежды. Не любимый, конечно, но один из лучших, я считаю. Здесь почему-то все со скидками дешевле, чем в других магазинах Вайкики. Например, вот неплохая куртка, очень легенькая. Вот, 190 лир, пожалуйста. Черная $170. О, жилетки, их тут дофига. Обычно, когда заходишь в магазин, чтобы посмотреть ассортимент, фиг найдешь эти жилетки, сколько нужно. $80. Может, я себе белую присмотрю. Ага, а белая сразу 180, скидки на нее нет. Видите? Черная у меня вот такая есть. Сколько она здесь? Угу. Тоже 180. Смотрите, какие. Так, такое добро мне не надо. Мне бы до детского добраться. Здесь, ну, здесь просто дофига всего. Дождевики. Без ценников. Я не люблю вещи без ценников. Нету ценников. Почему они без ценников? В скидке написано. Так, вот здесь вот 200 лир. Мама что-то смотрит. Тут смотри, моя этот заловка для меня съемку делает. Бенчикиору, миракетме. О, дорого богато. 150 лет. А не алалым мы сизе? Я говорю, мама, возьмем вам? Да. Неплохой пиджачок. 100 лир. Посмотрите, пальто. Там дофига пуховиков. Здесь выбираю, перевыбираю. 300 лир. Тоже неплохое пальто. Его только отпарить. Это в моем стиле. Но когда есть дети, вы, наверное, заметили, я так часто пальто не ношу. По размерам тоже висят вещи. Здесь размеры XL, здесь
размер эмочка, эмочка. Мне ничего не надо, и так. Я так всегда говорю. Елочка, елочка. Очень удобно, когда вот так по размерам висят вещи. Это мужская сторона. Короче, я пошла прямо в детскую. Видите, да? Детскую, в детскую. Так, вроде смотришь на вешалках, когда вещи висят, не очень. А постираешь, погладишь, чем-то оденешь, и очень даже интересно начинает смотреться вещь. Особенно это касается блузок, юбок. Кстати, я сегодня тоже в платье. Ой, не падай. Я с тобой возиться не хочу. Да! Я дошла до детского. Нормально, да? Зашили и продают. Супер. А почем продают, так интересно. Цена даже не скинули. Вот эти штанишки я хотела Аслану купить. 30 лир они здесь всего лишь. Когда я хотела их купить, они были 60 или 70. 50 лир. Ох, утепленные. Вот такие можно взять. Только белые, наверное, не стоит. Так, ну я вообще не тот возраст смотрю. Но, да я здесь на целый день. Светильник. Себе не купила ничего, только детям. Все как обычно. Омбер номера лекасамас мусайтер. Омбер номера. Анна, это было. Следы, следы, следы. 20 лир. Колготки хотела за Ирашки. Нашла только... Представляете, одни колготки. Хорошо, что наш был размер бордовый. Вообще нет колготок. Здесь разобрали, видимо. Это мужской отдел. Здесь я вообще ничего не смотрела. Я сразу прошла в детский. И вот в детском была всю дорогу. Мы приехали на наш район, попили заловкой чаю с вкусными пироженками. Сейчас идем на рынок. Сегодня вторник, рыночный день. Я давно не была на рынке. Я хочу купить фрукты, потому что фрукты закончились. И овощи. То, что мои дети едят, да? Фрукты и овощи. Что-то я не знаю больше, чем они питаются. Вот, свекровь пошла домой. Ну, вдвоем. Я вам немножко поснимаю там на рынке, насколько у меня получится.
Цены покажу. Я надеюсь, погода хорошая, солнечная. Ну, сейчас уже дело к вечеру, и все равно чуть-чуть уже прохладно. Бугенвилия, красавица, красавица. Но это не такая яркая. Обычно бывает поярче. Я собиралась сделать съемки, никакие съемки я не сделала. Я как зашла на рынок, забыла про это. Пакеты! Тут у заловки тоже пакет. Ну, за ней сейчас приеду. За мне пешочком идти. Но мне недалеко. Набираешь на рынке килограммчик этого, килограммчик того, 2 кило этого. И в итоге выходит 10-15 килограмм. Ну, я взяла только овощи. Варенье? А где ты варенье видишь? Это не варенье. Это помидорчики жареные. Я хочу. Хочешь? Нет. Оно вкусное, мама всегда готовит, так? Попробуй сперва. Нет, нет. Ой, да что ты? Лишь бы маме сказать нет, не хочу. Или что, не хочу. Не хоти тогда. Зейрашка будет кушать, да, Жизера? Да. Это мантышки я приготовила. Манты магазины. Йогурт с чесночком. И помидорчик со сливочным маслом жаришь. О! Соль. Не фочу, специи, фочу. Если хотите. Я специи фочу. Не добавляю. Хочешь? Сейчас я там. Фочу. Все. Тебе не то. Есть. Есть. Да. И меня. И тебе, конечно, и соль. И меня есть. И тебе, конечно, есть. Да. А теперь скажи, вкусно? Ну, кушай тогда. Чё ты в ротике держишь? Куся. Куся. Лерашка, кушня? Мама, поеди. Кто-то я бы поцарапал. Лео тебя не поцарапает, баба. Лео ж тебя никогда не царапает, солнышко. Поеди. Подними, говорит, вот это вот фигню. Ты моя лялечка. Лео там играет далеко, его здесь нету. Да, цыпленочка играет после бани. Деловые такие. Что там у тебя, Зейрашка? Покажи маме тоже. Что там, покажи. Они будут спать? Спать будут они? А ты их накормила перед сном? Нет. Нет. Они а. Эти тоже хотят спать? Да. А акула? Акула где? Нету. Я тоже после ванных процедур. Вот она. Нашел акулу? Она тоже, наверное, спать хочет, баба. Да. Давай их в кроватку.